Если честно, это очень страшно. Но мы уже чуть-чуть в Николаеве как бы видим это. Здесь это масштабно. Конечно, центр Одессы, в котором возле оперного театра все это очень тяжело. Но это очень больно на это смотреть, потому что я сама тут прожила практически всю свою жизнь, и я конечно переживаю, что есть такая вероятность, что все-таки захотят напасть на Одессу, захотят захватить Одессу, по этому поводу переживания есть, но все-таки внутренние чувства какие-то и надежды есть на то, что это не произойдет. Мы строим баррикады, мы варим противотанковые ежи, мы укрепляем город, мы разрабатываем планы по защите города. Город превратился в крепость, неприступную крепость.